После диагностики преторианского бронекостюма я выяснил, что смогу ускорить улучшение вашего арсенала, если измерю вашу боевую эффективность. Я добавил отслеживающую метку на ваш нашлемный дисплей. Комплекс не позволит вам проникнуть в турбинный зал, пока уровень демонического присутствия на литейной фабрике не будет снижен. Наша охранная система не позволит создать. Внимание! Температура ядра растет!
отказано в доступе. Заполни форму ОАК о смерти и расчленении. За справками обращайтесь.
Температура ядра растет. Демоническая угроза уменьшена на 25%. Демоническая угроза уменьшена на 50%. Вы уже запомнили?
Утечка газа ликвидирована. Демоническая угроза уменьшена на 75%. Доступ предоставлен. Демоническая угроза уменьшена на...
безопасного. Блокировка снята. Двери турбинного зала открыты. Внимание! Температура ядра достигла критического уровня. Стабилизировано.
Где-то неподалеку активировали основную комнату управления. Должно быть, это Оливия. Авторизация. Оливия Пирс. Альфа-4-0-2. Доктор Хайден, она заблокировала меня. Вся энергия перенаправлена на артистов. Она пытается открыть портал между мирами. Их и нашим. Вы все равно не могли их спасти. Никому, кроме Оливии, придется отключать аргент башню вручную с поверхности.